8 и 9 декабря воспитанники Федерации тхэквондо Чуваши достойно защитили спортивную честь нашей республики на 11-м всероссийском турнире «Золотая искра» в Казани. На соревнованиях в столице Татарстана встретились более 1000 тхэквондистов из 26 регионов России. Они оспаривали титул победителя в нескольких группах среди мужчин и женщин 18 лет и старше, юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей и девушек 12-14 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет. Чувашию на турнире представили 15 спортсменов из Чебоксар и Новочебоксарска, которые по результатам двухдневных боев завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали. Наши ребята проявили качество настоящего бойца и волю к победе. Поздравляем спортсменов Чувашии и их тренеров Евгения Мураткина, Игоря Мураткина, Анатолия Петрова, Андрея Григорьева и Александра Трофимова с заслуженными наградами.